Всем здравствуйте, на связи Soul Mantra. Я озвучу во всех подробностях битву Кратоса и Атрея против Магни и Моди, сыновей Тора. Вперед! Поспеши, брат, нам нужно раздобыть кончик этого риста и скрыться, прежде чем они нас заметят, настоятельно прошептал Мими. Кратос с Атреем прошли не более полдюжины шагов, как сквозь купол ротунды обрушился огромный огур, преградивший путь. На его спине сидел Магни, перепачканный кровью, и злобно ухмылялся. Он свернул ему шею и откинул в сторону чудовище. «Ты следующий», — сказал он, обращаясь к Кратосу. С карниза на другой стороне зала спрыгнул Моди и подошел к брату. Подняв обмякшее тело огра над головой, Магни отшвырнул его. «Сдавайся!» — крикнул Моди. «Этого требует всеотец», — добавил Магни с грозным оскалом. «Никогда!» — крикнул Кратос с яростью в голосе. Схватившись покрепче за топор, Кратос встал в боевую стойку. Он видел силу одного брата, но нужно было оценить возможности другого. «Я сам разберусь, сын. Иди!» — приказал он Атрею. Атрей повиновался, но Моди преградил ему путь. Отступать было некуда, надо было сражаться. Битва началась. Кратос переключал внимание между двумя богами, отражая выпады и стараясь держать их на расстоянии. Магни сосредоточился на Кратосе, пока Моди пытался схватить мальчишку, который убегал от него, торопливо выпуская стрелы. «Ну-ка иди сюда, выродок! Хватит тебе прятаться за папашу!» — подначивал он Атрея. Кратосу удалось заставить Моди остановиться, но полубог, зажавший меч обеими руками, выполнил серию таких умелых ударов. Противостоять им даже не мог бог войны. Делая резкие выпады, Кратос переключался на Магни. Моди снова начинал гоняться за мальчиком. «Ты слаб и жалок! Как ты вообще выбрался из колыбели?» — дразнил Атрея Моди. «Замолчи!» — крикнул Атрей. «Ха! Твои тощие ручонки едва держат лук! Я сказал, заткнись!» «Спокойно, сын!» — предупредил его Кратос. Моди только расхохотался и шагнул к мальчику, грозно размахивая мечом. «Зачем вы охотитесь на нас?» — сурово спросил Кратос. «Не знаю. Да нам и плевать», — ответил Магни. «Твоя мамочка, небось, была редкая шлюха, раз легла с таким, как он», — насмешливо выпалил Моди, обращаясь к мальчику. В голове Атрея схлестнулись страх, гнев и отчаяние. Отбросив лук, он налетел на Моди с охотничьим ножом, рыча, словно дикое животное. «Я убью тебя! Держи себя в руках!» — крикнул Кратос. Неожиданный взрыв ярости мальчика отвлек внимание Магни, но на мгновение и этого хватило, чтобы Кратос растерзал Магни своим топором. И в итоге он погрузил голову в его топор, убив окончательно. Моди в дичайшем шоке. Он не мог себе представить, что какой-то смертный может убить его брата-бога. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь.